Всем привет, ребята! Держатель сейчас моего телефона — это пылесос Dyson. Так вот, добро пожаловать на канал, всем love, всех! Всем даю свежоп! Для нашего меня ставили! И мой член... Свой член, пожалуйста, мне тоже в рот, что я же обожаю всем сосать. А еще можно с первого на лицо. Так вот, короче... Я буду проводить прямой эфир в это воскресенье. Это будет в 17:00 по Москве, насколько я выбрала. Так, да, это у меня будет 9 часов вечера. Я, скорее всего, начну эфир пораньше чуть-чуть. Вот, так что 16:40, 16:50, вот так. Это будет число сегодня какое? Это будет 18 февраля, сегодня пятница, 16 февраля. Вот, поэтому приходите все. Эфир будет, я не думаю, что долгий, потому что я хочу его сохранить. И если это будет эфир час, то мне его долго будет грузить. А к тому же, знаете, я пытаюсь ложиться не очень поздно, а это у меня будет 9 часов. А я моюсь. Полтора часа привожу себе в порядок перед сном, готовлюсь к сну. Вот, поэтому буду рада всех видеть, заходите посмотреть, что там будет. Там можно писать, насколько я знаю, сообщения, комментарии. Я проверила, кстати, работает ли у меня прямой эфир. Да, все работает, все окей. Вот, мой фейс обещает быть получше. Это второй день после пилинга Джесснера, вот. Кто-то скажет, что я просто сперму взяла, хотя... Не хочу обидеть никакие народы, если что. Потому что термин «хач» — это негативный, вроде бы, ну, типа, это обзывательство. Надо как узнать, наверное. Или кто-то мне скажет, и я сформулирую, я пойму для себя, как мне использовать этот термин или в дальнейшем, и чем его заменить будет более правильно и корректно. Так вот, вроде бы я все сказала. Эфир, да, я сохраню, он будет... Полчаса максимум от силы. Можно задавать свои вопросы. Я не знаю, какая будет тема эфира, но у меня, собственно, никогда нет проблем с тем, чтобы поговорить. Буду рассказывать какие-то истории. Вот, постараюсь быть в своем обычном стиле. Я, правда, не знаю, какие правила у прямого эфира на YouTube. В том плане, если бы я говорила бы то же самое на Инстаграме, мне бы там было бы... В Инсте мне бы там было бы более страшно, что у меня сейчас остановит мой прямой эфир, и это какое-то наказание. Вот, всем спасибо за то, что вы будете там. И мой фейс обещает быть получше, да. Все, всем хорошего дня и до встречи. Муа.